Александр Скрябин. Соната «Фантазия», опус 2, соль диез минор. Исполняет лауреат международных конкурсов, выпускница Республиканской специализированной музыкальной школы-интернат имени Куляш Байсеитовой. Нургуль Нусипжанова. Thank you.
Thank you.
Дорогие друзья, наш вечер продолжает произведение польского композитора Фредерика Шопена. Первые композиторские опыты Шопена – апоэтизированные танцы польского быта, полонезы, мазурки, вальсы, а также ноктюрн. Ноктюрн – характерный жанр романтической музыки. Само слово «ноктюрн» означает «ночной». Образы ночи в разных аспектах – изобразительных, выразительных, описательных и психологических – частое явление в поэзии, живописи и музыке XIX века. Ноктюрн до минор, который мы сегодня услышим, самый гражданский из ноктюрнов Шопена. Содержание его представляет возврат трагических образов освободительной борьбы. Здесь, за первой волной, светло-печальная, речитативная лирика, следует вторая, нарастание интонации героического марша, и третья, реприза первой, но возбужденная второй волной, лирическое начало становится тревожным и напряженным страстным. В конце же ноктюрна, кульминация и типичный спад. За всю свою творческую жизнь Шопен написал более 20 ноктюрнов. Известно, что одаренность Шопена проявлялась не только в музыке. С детских лет он сочинял стихи, играл в домашних спектаклях, замечательно рисовал. На всю жизнь Шопен сохранил дар карикатуриста. Он мог так нарисовать или даже изобразить кого-нибудь мимикой лица, что все безошибочно узнавали этого человека. Фредерик Шопен, ноктюрн номер 13, до минор.
дорогие друзья, сейчас мы услышим сонату для виолончели и фортепиано ре минор французского композитора Клода Дебюсси, которого часто называют отцом музыки 20 века. В истории музыки первым импрессионистом официально считается Клод Дебюсси, один из величайших мировых композиторов. В рейтингах самых выдающихся композиторов мира тягаясь Дебюсси, и часто он бывает единственным французским композитором, туда вошедшим. Дебюсси поддерживал творческие связи и с русскими композиторами. Так, например, будучи студентом Парижской консерватории, Дебюсси приехал в Россию в качестве пианиста для участия в домашних концертах меценатки Надежды фон Мэк, которая принадлежала в течение многих лет к числу близких друзей Петра Ильича Чайковского. Именно эта поездка пробудила огромный интерес композитора к русской музыке, который не ослабевал до конца его жизни. Своим творчеством Дебюсси показал, что каждый звук, аккорд, тональность могут быть услышаны по-новому, могут жить более свободной, многокрасочной жизнью, как бы наслаждаться самим своим звучанием, его постепенным, таинственным растворением в тишине. Соната для виолончели и фортепиано, это произведение, Дебюсси посвящает своей супруге. Оно насыщено ясностью конструкции и большим лаконизмом, и в то же время в сонате в сильной степени отразилась тревожная атмосфера предвоенного времени и начала Первой мировой войны. Клод Дебюсси. Соната для виолончели и фортепиано ре минор. Исполняет выпускники Республиканской специализированной музыкальной школы-интернат имени Куляжевой-Ситовой, лауреаты международных конкурсов Нургуль Мусипжанова, Андрей Чун. Что сказать?
Thank you.
дорогие друзья, вот и подошел наш вечер к своему завершению. Спасибо, что вы были с нами. До новых встреч!